День добрый, день добрый. Всем привет, друзья, и приветствую на моем канале. Последнее время меня прорвало очень на путешествия. Я думаю, что вы заметили, последние ролики у меня выходят с разных городов Польши. Да, я не перестаю знакомиться с Польшей. Я не перестаю удивляться, какая Польша красивая и какая Польша разнообразная. Но сегодня я так коротко хочу вам сказать, что мои путешествия, они совсем не хаотичны. В моих путешествиях есть логика и система, что я очень люблю. Что за логика и что за система, сейчас вам все расскажу. Последние мои путешествия в города Польши были так спланированы, чтобы это было путешествие на один день. Если посмотреть на карту Польши с делением Польши на воеводство, то можно понять, что начинаю знакомиться я с Польшей с тех городов, воеводства которых граничат с Варшавой, граничат с Мазовецким воеводством. Если помните, я уже была в Ольштине, Białymstoku, Люблине, в Лодзи. Как вы видите, это все города, столицы воеводств вокруг Мазовецкого воеводства. И чтобы мне закрыть такое своеобразное кольцо, мне осталось два города. Мне осталось воеводство Куявско-Поморск со столицей Бигдощ, и мне осталось воеводство Швентокшиське со столицей, городом Кельце. И как вы думаете, куда я держу путь сегодня? Бигдощ или Кельце? Пишите мне в комментариях. Конечно же, я хочу побывать и там, но сегодня я буду только в одном из этих городов. А вообще у меня есть такая грандиозная мечта, что помимо узнавания Польши маленькими-маленькими шажочками, помимо путешествия по Польше, я хочу еще побывать, закрыть, как говорится, такой гештальт. Я хочу побывать в каждой столице воеводств Польши. И я тут проверяла по карте, во скольких городах я уже была, во скольких столицах я уже была. И тут немало, немного, половину. Я уже проведала, в половине я уже была, и с половиной городов, столицах воеводств я уже познакомилась. И я скажу вам, знакомство это было очень-очень приятное, очень познавательное и очень интересное. Ну что ж, а сейчас я бегу на поезд, жду ваших комментариев. Так что в следующем видео будет моя любимая рубрика «Новый день, новый город», и встретимся уже в новом городе. Но также я хочу вас попросить обязательно подписаться, нажать на колокольчик, поддержать меня лайками. Обязательно оставляйте комментарий. Каждый ваш комментарий – это поддержка мне и моему каналу. И также вы можете стать спонсором моего канала. Ссылочки будут в описании. Ну что ж, увидимся в новом городе. Пока-пока, чешским.